Здравствуйте, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев. Такого в нашей области еще не было. Мадонна, AC/DC, Курт Кобейн и еще с десяток знаменитостей приехали, чтобы искупаться в самарской грязи. Репортер срочно выехал на место событий, взял пару автографов, ну и, конечно, тоже кинулся в грязь, чтобы взять самое горячее интервью на «Хрещевке челлендж». По степям да по полям бежит гитара, сама на двух ногах бежит и даже через стены перепрыгивает, но здесь это никого не удивляет, ведь марафон «Хрещевка челлендж» — это эпицентр самых фриковых экстремалов. Скаты, подъемы, трубы, много воды и еще больше грязи. В нашей стране, как известно, ее никто не боится, поэтому самые отчаянные выезжают за 50 километров от Тольятти, чтобы сразиться с суровыми российскими реалиями. С места в карьер бросилось 725 экстремалов со всей страны. Продираясь сквозь болото грязи, холодные души и десятки других диких препятствий, каждый задумался над глубоким жизненным вопросом. Зачем он вообще сюда приехал? Желание повернуть обратно у меня возникло раз в 5. Но я себе прям собирала волю в кулак, вспоминала, что я Мадонна. Вперед. Несмотря на всю жестокость марафона, участники здесь очень миролюбивые люди, вытаскивают друг друга со дна в прямом смысле этого слова. Особо продуманные участники женского пола давно подметили этот факт и прихватили из шкафа самое красивое красное платье. Конечно, видят сразу красное платье, все встают. Три раза спасали. Мы вообще смотрим, за ней хвост мужиков бежит просто следом. Передохнуть можно, главное в грязь лицом не ударить, иначе не дойдешь до финиша. Сюда добираются только самые стойкие, те, кто смог самое главное – преодолеть себя. Многие из них – знаменитые звезды мира музыки. Это и неудивительно. Хрещевка 2015 прошла под главным девизом молодости – рок-н-роллом. Почему AC/DC? Так вот, гитарист AC/DC, Янг, он в шортах выступает. Беган! Тю-тю-тю-тю! Беган! Потому что рок-н-ролл! Самое сложное было спуститься как пожарник по трубе. Прости, пожалуйста. Я никогда не спускался как пожарник. Для грязных, но счастливых победителей и проигравших организаторы сделали настоящий рок-н-ролльный сюрприз. На сцене всех поздравляет с финишем шиз-оркестр «Каша». Но для участников самый главный подарок – то, что марафон «Хрещевка челлендж» состоится и в следующем, 2016 году. А значит, будут новые препятствия, еще больше грязи и еще больше шансов попробовать свои силы. И это все на сегодня. Увидимся. Всего доброго. Пока.